Всем привет! Вы на канале Twinkle. Если вам сейчас скучно, или просто хочется отвлечься, то данный тест поиска отличий именно для этого и создан. Начинаем. Начнем с простого. Сравните две картинки Моны Лизы, и найди два отличия. У вас 15 секунд. А вот и решение. Думаю, вы легко справились. Продолжаем. На этом фото уже 6 отличий. Попробуй решить за 15 секунд. Ответ простой. Кто справился, молодец. Чем отличаются эти две картинки с Биг Беном? Найди 4 отличия. Если справился, у тебя отличное зрение. Идем дальше. А это фото влюбленных. Посмотрите внимательно, тут точно есть 3 отличия. Если справился, жми на лайк. И продолжаем. Попробуй найти 2 отличия на картинке этой одинокой девушки у окна. А вот и решение. Это точно было проще простого. Дальше будет сложнее. Продолжаем. Тут все очень сложно. Найди 5 отличий на фото девушки с собакой. Внимание, правильный ответ. Кто справился, у того глаз алмаз. Это Бен Аффлек со своей маленькой дочкой. Тут точно есть 5 отличий. Ищем. Если получилось, вы очень внимательны к мелким деталям. И со зрением у вас точно все в порядке. Если понравился этот тест, жмите на лайк. Напишите в комментариях, сколько заданий вам удалось разгадать полностью. Возможно, вы вошли в 10% самых внимательных людей мира. Подписывайтесь на Twinkle. До встречи!